мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиане празднуют знамение Богородицы, а также Романов день. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память иконе Божией Матери, именуемой знамение. Вспоминается знамение Пресвятой Богородицы, бывшей в Новгороде Великом в 1170 году, преподобного Палладия Александрийского, святителя Иакова Ростовского епископа, преподобного Романа Антиохийского и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Сегодня также празднуется иконы Божьей Матери, знамение Курская Коренная, Абалахская, Царскосельская, Серафима Понятаевская, Верхнетагильская и Кочевная. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшей мир иной.